Oh, Мне нужны сабы. Лучше тебе буду донатить, чем величайшему XD. Ой, ебать. ТТР еще ворвался. А чё так, ебать? Так ты мне так и не рассказал. Я у тебя спрашивал. Или я у тебя не спрашивал как эта хуйня называется в Телеграме? Там же у вас, короче, был какой-то холивар, потом давно еще, несколько месяцев назад, потом вы типа такие там нихуя не холивар. И вы буквально неделю назад снова типа стали писать, что между вами ведь была какая-то хуйня, типа. Вообще можешь просто мне в Телеграм написать. Ты мне вроде не писал, или я даже не спрашивал. Я хотел спросить, амбэ не спросил, я уже не помню. Так, мне нужно найти серию аниме, блядь. Парни, ну кто-то же есть анимешник? По-любому в чате. Оукшн-сюгики. Я слушаю. Где ты заплакал один попичек с Не ну продаваться Джоем и Покер Дому. Это зашквар, это группа охуевших мошенников. Никогда не играйте в их проектах. Особенно в Покер Доме. Лучше уж на Старзах, а лучше вообще в казино не играть. Я серьезно, поеду щавов катать. Вчера 10к выиграл. Фотки есть в инсте, Трандрей. ТТР же задонатил или кто? Судя по контексту, похоже на ТТР еще, но я не уверен. Вот человек явно не байтит. Донатишь по 15к, а ему пофиг. Не то что байтич. Даже музыка обычная. Спасибо, приятно. Не, ну ты донаты посмотрел бы ради приличия XDDD, хоть конечно это и копейки, но все-таки неплохие деньги для Твича. Эти 15к разыграй плиз среди чатик или модерам своим подари. Все, я погнал, удачи. Удачи. Ну, это что вообще было за предъява? Я просто обычно чекаю, типа, ну, либо после серии, либо после игры. Но я же не могу, типа, остановить просмотр и начать чекать донаты. Ну, я по завершении действия начинаю чекать. Вот. Оправдался. Understand this, you're changing. I can't stand it. My heart can't take this damn.